Выплаты на третьего и последующего детей. Эта тема стала основной на брифинге Министерства труда и социальной защиты республики, посвященном Дню матери. Сейчас выплаты получают 4500 семей. Со следующего года их число удвоится, отметил министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Дмитриев. Что касается выплат на третьих и последующих детей, рожденных в 2017 году, этот вопрос сейчас решается. Это пока находится на рассмотрении правительства Российской Федерации. Давайте, уважаемые коллеги, дождемся постановления правительства и, соответственно, значит, исходя из этого, будем принимать решение. В Чувашии 54 разных вида детских пособий. Также многодетным семьям оказывается помощь в виде предоставления земельных участков, жилья социального найма, компенсации, платы за садик, на занятия в спортивных секциях, отметил министр труда.